Пофигу на все. Кстати, я помню, я вот говорил про то, что два раза клик и умирает. Если кликнул один раз, и кто умер. Я вот помню, я вот опять столкнулся с тем, что я даже вижу, что кликну еще раз, я вот умру. Но кликну, ну, вот как я уже кликну, то, ну, как бы я тоже умру. А два раза тоже не вариант. Три, ну, там, тем более. Вот. Ну, не кликать тоже, короче, не вариант. Вот, миллион раз такое было, и я всегда два раза кликал, то и второй, вот, потому что, ну, я летел на смерть, но я попробовал, короче, ну, также один клик сделать, то есть не два, а один, и все равно, короче, это безвыходная ситуация. Чего? Я уже устал этот левел пытаться пройти. С компата намного было бы легче.
Вот они, эти тупорылые порталы там. Когда я проходил, кстати, стрелочку на 89%, я уже видел портал, который превращает тебя в кубик. Или что он там превращал в зеленый. Ну что произошло? Я лечу себе нормально, по-нормальному, ничего. Нормально, по-нормальному. По-нормальному лечу, какая-то анархия всегда получается. Получается просто так. Вот что это сейчас? Ну, в смысле? Я вообще не видел ничего. Как я умер, меня портал убил. В смысле? Почему я всегда, всегда, абсолютно так делал? Сейчас сдохну, конечно. Но дизлайк обеспечен. Не на самых ужасных левелах, ну как это так, портал убивают. Я делал все то же самое, а меня в итоге почему-то это убивает, хотя раньше не убивало. Я как бы нажимаю, он подлетает на определенное расстояние, то есть вот так вот чуть-чуть. И потом в один момент я также нажимаю, он улетает на 5 миллионов километров. Я умираю.
Нельзя опять нормально левел сделать. Нет, блин, надо какой-то непонятный. Как я вот это вот что, например. Правильно. Я понимаю, вот сейчас ты видел левел, у которых ну, как бы не просто мало лайков, а уже дизлайки типа пошли, то есть минус лайки. И я не понимаю, чего дизлайкить, вот это надо дизлайкить, что вот это. Делаю все абсолютно то же самое, в итоге не то. Опять делал все то же самое, умираю. Все раньше не умирал. Как его могли вообще в эти вот гаунтлисы добавить? Я не понимаю. Например, сейчас произошло. Ну, короче, тупорылый уровень. Какой-то даун его создал. Плюс это инсейн. Не хардер. Какой-то даун добавил его в каунтлисы. Или он тут вообще случайно оказался. Да. Так и знал. Опять безвыходная ситуация. Ненавижу. Не кликается еще, конечно. Да. Классный уровень. Нам вообще дофига людей поставили лайки. Я не знаю, кто эти люди. Баты эти люди, так сказать. Там я не знаю, сколько людей поставил лайк. Нет, сколько даунов поставил лайк. Но, скорее всего, так много лайков, потому что баты накрутили. Только даже баты не настолько тупые, но как бы баты просто выполняют свою задачу. Поэтому ладно. Мне поставили еще лайк те, кто вообще не захотел на уровень и за название поставил. Говорю, накрутили лайки. Вот, видели. Все, безвыходная ситуация. Один раз кликнешь, умрешь два раза, как я сейчас, по-моему, умрешь тоже. 100 лайков много, действительно. Портал убивает. Почему он в каунтлисе оказался? Ну какой даун его сюда добавил?
Ой, представь, сколько тупых уровней в Мэппакс. Конечно, делаю абсолютно то же самое. Умираю вообще постоянно по-разному. Никогда здесь не умирал. Короче, уровень говно. А, это чё? Ну ладно, уровень, короче, говно. Нафиг его проходить. Вот этот. Не, конечно, это говно уровень, чего он пытаться пройти, но реально. Он не заслуживает, во-первых, столько лайков от ботов, чтобы так стараться так накрутить. И, ну вообще, чтобы он тут был. Портал убийцы, что сказать. Тоже тут присутствует. С одной стороны, это говно уровень, с одной стороны, хочу пройти и забыть, чтобы он сдох, чтобы он сгнил. Брать таких уровней, прям хочется создать миллион аккаунтов. И просто дизлайкать его. Как видите, кто-то сделал то же самое, только мне дизлайк поставил лайки. Ну, сам создатель, походу, дофига других аккаунтов сделал. И вот дофига лайков. А кто-то уже за компанию начал ставить лайки, даже не понимаю, что это за уровень. Вот и все. Теперь ты сгниешь. Теперь ты идешь нафиг. Тупой уровень. Дроп, что-то знакомый. Ёпрст. Я понимаю, тебя просто рад. Из-за того, что этот уровень идет нафиг. Все, он мне не нужен. Он не нужен мне больше. Для чего вообще? Все.
Никакую роль в моей жизни теперь этот уровень вообще не играет. Ладно. Я еще даже не знаю, что это будет, но последний уровень. Самый, скорее всего, сложный, потому что почему бы нет, не для самый легкий. Потому что почему он должен быть самый легкий? Ну так, ну это, я думаю, вообще хард-демон какой-нибудь. Вот. Что учитывая, что то был хард, а я считаю, что это либо инцен, либо изи-демон, то тут ситуация иная. Кстати, сколько я попыток потратил? 500? 663. Не могло мне не бомбить. Так, дамы и господа, готовьтесь, иначе это за уровень. Прикольненький. Не в стиле был бас. Ё-моё. Так, что-то мне не кликнулось. Ну да ладно. Ну, вроде не кликнулось. О, вот сейчас не кликнулась, мразь. Ладно. Это ж Хонор, непростительно. Нифига, я думал, нафига там шипа, я как-то об него сдох, кстати, не понял как. Тайминг? Хоть тайминг на желтом орбе, я могу там сдохнуть об этот шип. Я не понимаю тайминг. Не успел. Не понял, мой палец может означать две вот эти вот штуки прикольные. Иногда. Этот шип пока самое худшее, что вообще придумали. Это тайминг. Чего? А как я думаю, на этот попал, чтобы проходить? В смысле такая огромная скорость? Почему? Что дальше-то? Ты нажмешься, мразь, тупой телефон, который ничего не умеет в этой жизни. Чего? Мощно. Чего? Там еще при каких-то обстоятельствах. Кстати, скорость не снижается все это время.
Чё? Чё? Мразь переворачивает там меня. Не понимаю, мои клики вообще что-то значит для этого телефона, или я просто тупорылое нажатие, которое ничего для него не значит. Сколько раз я уже кликнул, ну пофигу. Для чего тут, нафиг ты в меня тыкаешь? Думает, наверное, он. Хотя он тупо не умеет, думаю, он. Чего? Скорость снизится? Не надо на орб нажимать? О-о-о! Мать, прикольно. Лол, нет. Короче, вот это точно не про это. Хотя я не знаю. Ну не, ну сложно. Особенно с кнопочного телефона. Чу. Короче, дын-дын-дын-дын. Чу. Мне сначала практики полностью надо пройти. Не просто... Подожди, может, мне опять ничего не надо? Нет, а как? Вот туда стрелочки показывают. Ну, жмись ты на чекпоинт. Спасибо, вовремя ты нажался, пипец. Да куда я? Я в пасть лечу, прикольно, а зачем? Нафига, он невидимый. Да. Оу! Вау! Это что? Это что? Нет, не говори, что еще прочую стрелку мне надо будет. Оу. А, фу! Фу, испугался. Думаю, ну блин, ну с компа, может быть, когда тебе когда буду. Фу, как хорошо. Подожди, не, нехорошо, а что это там двигается? Нехорошо, но как бы, а что это там двигается? И меня это убивает. Это там тайминг опять какой-то, а ну-ка, что это? Не, это пролетело сейчас чётенько. Сейчас не чётенько. Сейчас чётенько. Ну ладно. Сейчас не чётенько я пролетал. Что-то кликал. Не знаю, не помню. Так, окей, я понял. Я вот так вот... Не понял. Я вот так вот лечу. Так вот лечу. Нажму. Как я сюда пофигу? Так и большим стал. Хорошо. Чекпоинт. Ага. Чекпоинт. О, я меньше, ой, я меньше скорость стала, пипец круто. Нет, нет, только не этим разе, я от них устал. Ну, кстати. Ах ты мор... А, не нормально, тихо, вот так. Все, так, это что, это сложно, я понял. Хотя ща... Нет, это сложно. Че, ну, через тип, ладно. Че, монетку где-то я? Я ее всегда... Вот она, ее мать крупная. В смысле, я поставил чекпоинт. Нафиг мне монетку собирать, хотя может там полегче. Давай, да, портал долети, хороший чекпоинт. На кем мне этот... Не знаю. Я надо кликать просто не буду. Вот. Не, надо будет легче кликнуть. Что мне ничего это, в принципе, кого-то плохого не дало. А ну-ка. Вот так, сейчас смотри. Ага, я понял. Вот так, так. Чё? Короче, сложный уровень, не знаю, как его. Там спам челлендж. Долбануться, когда я это пройду? Никогда. Ну вот это реально, что это? Тут он не просто блудбаф, это уже хуже. Тартарус. Спам челлендж, я даже не успеваю. Мой телефон не успевает. Это и то не сильно успеваю. Короче, я успеваю в последний момент, а телефон не успевает обрабатывать. Ну, это не сложно обрабатывать, но все же. Нафиг чекпоинт поставлю. Так, это не сложно. Это, ну... На, хорош.
Тут еще тайминг, как я умер. Типа я тут так вот. Так, именно так я и делал. Угу. Transform planning. Как я буду проходить, не знаю. Ну, конечно, последний уровень. Тут что? Вообще везде тайминги, пацаны. Пацаны. Кринж. Поймал кринж. Нет, маслину. Маслину, кто-то вспомнил. Или кринж. Да все вместе. Ах ты мрррррр. Я хочу сейчас чекпоинт поставить, но не могу. На этом моменте привыкайте, 5 миллионов раз буду умирать. Тренируйте даже не знаю как. Там скорость миллионная, ё-моё. Я просто хочу сейчас установить какой-нибудь рекорд. И все. Потом как-нибудь к этому левелу вернуться. Главное не забыть, что тут происходит, и не начать его дико проходить, потому что под конец я обосрусь. Меня будет бомбить. Да и сейчас бомбит, потому что телефон говно. Ну почему тут нельзя просто взять, зажать тайминг? Нужны тайминги. Не знаю, опять, мне кажется, у тебя нет на инсейн. Коща прилетел. Финиш. Телефон не нажался, я бы, не знаю, прошло до 50% на изи, наверное. Хотя так постоянно переключать нельзя. Эх, можно было побаловаться. Почему бы и нет? Так, ну там кликеры надо устанавливать, но там всего 3 орба. Эти 3 орба коварные, как мрази. Коварные мрази. Ой, эти углы тупорылые, как я их ненавижу. Телефон вообще офигел. Убийство, выход. Ладно. Уже последний уровень, не знаю, как пройти. Что там? Ну, блин, телефон вещь не кликается. Плюс сложные моменты со стрелкой. Если все это объединить, получится невыносимый, теперь непобедимый левел. Ладно. Так пока не хочу ставить, потому что оно нормальное. Ну, нормальный, потом меня бомбить будет, и плюс я не знаю, что там дальше. Ну и лайк не буду пока. Когда я его пройду полностью, посмотрю, что. Не, ну, практически не знаю. А то бывало такое. Все нормально, а потом в один момент я дыхаю на моменте, который я вообще никогда в нем не подыхал. Ну, что это такое у нее? Ну, как? Ну, тот, что, конечно, бесит вообще. Что вначале, ладно. Продолжение.
И Let's Go. Я не знаю, какую-то вторую монетку собрать. Я знаю, но фиг соберешь. Да. Geometrical Dominator там момент со стрелочкой в начале и в конце. Ну, блин. Но мой удивление никогда там не ошибалась. Он как бы все там сложно под конец. Вот, ну что-то прям момент со стрелкой вообще мне фигарит. Жестко. Клаттерфанк. У меня получится. Хотя бы при рекорд побить хотелось бы. Я вот уж в практике не практиковала. То есть Harder Level я там тренировал в практике. А этот Insane... зачем? А просто Insane. Не демон еще. Может когда-нибудь. Просто Insane. Да, тут что-то я говорю. Insane или еще что-то. И прямо мне сразу с вирусом с демонами. А что в смысле? Я боялся что-то раньше прыгать. Не надо было бояться. Ну, по факту, ладно. До сих пор не верю, что этот уровень прошел. Я уже мог ее 3 раза пройти, да. Прошел только в 4-м. Вообще мог, много раз его пройти. Но в итоге-то прошло, да не внимание, все прикольно. Я-то мог, но в итоге почему-то 1%. Ой, 1%. Один раз. Да, а, кстати, почему бы и нет? Хочу один левел. Проходить. Ну, почему бы и нет, действительно. Полбас ноуклип, не обращать внимания. Вот. А, нет, он хардер. Хардер. Прям помню, он хардер. Вот он. 64. А что в смысле? Спасибо. Вот он, родной. Прыгло. Не обращайте внимания, этого не было, кстати. Все медленно. Быстро. Тарелочка еще. Ой, этот кораблик маленький. Ненавижу маленькие кораблики. Что они все сдохли? Бедные маленькие кораблики. F маленьким корабликом. Ладно. Нереально бесит. У них физика просто ломается. Как большой кораблик, но у них физика корабля. А есть маленький кораблик, у которого все физика ломается нафиг. Ну да, тут... Ничего, а? Что-то я вообще прифигел. 3 вот эти клика делал, нормально, и тут подыхаю. Прифигел сразу. Ладно, это я буду заканчивать, почему и нет. Наконец-то я прошел очень сложный уровень. Появился еще более сложный. Его, естественно, я тоже думал, что не пройду. Ну, что, ну, блин. Но с тем уровнем я тоже думал, ну, блин. Тене. А вот с тем уровнем, к первому, который я думал, что он очень сложный, он, ну, как бы, я смотрю, ну, в принципе, ну, видно, что проходимый. Второй, ну, я его почти прошел, как бы, ну, надо было допройти, ну, с одной стороны, вот эти вот маленькие кораблики. Тут я вообще не знаю. На компе, опять же, на компе надо будет все эти уровни пройти, чтобы дойти до этого. Либо можно онлайн его поискать, но я не хочу. То есть, вот это вот все, что я еще прохожу в гаунтлинцах, я еще буду все проходить на компе, скорее всего, на стриме. Да. Но на компе, а не на телефоне, поэтому не все так ужасно. Ну, буду постоянно скорее уже играть на компе, а не на телефоне. Что в телефоне, да я везде смогу поиграть, вроде как на компе, только дома.